Всем салют, друзья, с вами снова канал Опасная Зона, и мы продолжаем проходить Hellblade. Ну, очевидно, нам надо как-то вниз спускаться. А есть лестница наверх. Ну, окей. Ух, не нравится мне этот зеленый туман. Ага. Ладно, погнали. Мама, я не позволю тьме снова меня обмануть. Я знаю, ты теперь среди богов. Я чувствую взгляд Хелы, ищущий тайны внутри меня. Тайны, которые даже мне неведомы. Я здесь не для того, чтобы сражаться с прошлым. Я здесь ради Диллиана. Я выполню обещание. Любой ценой. Так, вот смотрите, там вдалеке что-то есть. Похоже, часть разрушенного моста. И что-то там недоброе отражается в ней. Ну, давайте продвигаться. Да, сейчас концентрироваться бесполезно. Надо с какого-то другого места это делать, явно. Ой. Как тут опять темно и противно. Мост сломан. Она не может его починить. Слушайте, туда можно пойти. И сюда можно пойти. Давайте сначала сюда сбегаем. Угу, а вот и камушек попался. Северяне говорят, что однажды миру придет конец. Они называют это Рагнарок, судьба богов. Сначала наступит суровая зима, которая продлится 3 года. Потом все люди ополчатся друг на друга. Братья будут биться друг с другом насмерть. Все позабудут, что связаны друг с другом родственными узами. Трудные будут времена. Ужасными будут преступления. То будет эпоха топоров и мечей. Ветер будет свободно гулять по заброшенным залам. Там, где раньше играли дети, будут бродить волки. Мир обратится в руины. Так. Интересно, зачем я сюда поднимаюсь? Чтобы посражаться с кем-нибудь? Больно подходящая локация для сражения. Нет? Ну, окей.
Так-с. Где мы очутились? У нее получилось. Ага, это только часть моста мы восстановили. Угу. Еще как минимум две, а то и три. Ладушки. Ну, здесь нам не спуститься. Ладно, возвращаемся. Ну, понятно, все с вами. Ай-яй-яй, не успел. Сильно он меня приложил. Нет, нет, нет. Вставай. Фу. Фокусируйся. Черт, только не помирать. Вставай! На! Ой-ой-ой, это здоровый и быстрый противник. Фу. Одолел. С трудом, но одолел. Что она будет делать? Где Хела хранит души? Так, а действительно, что делать? Куда идти? Ага. Ну, давайте спустимся обратно. Что она может предложить Хеле за душу Диллиана, действительно? Интересный вопрос. Собственную душу? Нет, она гниет, ничтожная душа. Голоса у нее в голове просто душки. Так... Вот кусок. По-моему, вот тут вот еще был кусок. И вот что-то наверху имеется. Ну, давайте посмотрим. Нет, так не получится. Это ведь не просто сломанный мост, да? Мама, ты учила меня смотреть дальше, видеть скрытые в мире чудеса и искать новые пути в неизведанное. Вести других за собой, предупреждать других об опасностях. Вот наш дар и наш долг. Я больше не отвернусь в страхе. Так, игра у нас сохранилась. Но, как видите, смотреть на разрушенный мост нужно не отсюда.
Интересно. А что здесь? Ага, еще один камушек. Давайте послушаем. Северяне говорят, что боги сразятся в последней битве, когда наступит Рагнарок. Страж богов протрубит в рог, который слышен будет по всему миру, и Один будет говорить с отрубленной головой Мимира, и тот даст ему совет. Страна великанов содрогнется от их выступающей армии, боги соберутся вместе, и гномы покинут свои обиталища. Неистые великаны придут с востока, а змей всплывет, и вскипят от него волны. Орлы будут кричать и рвать мясо мертвых своими желтыми клювами. И приплывет корабль мертвецов. Да, Рагнарок — жесткая штука. Так, может быть, отсюда мы сможем собрать мост? Нет. По-прежнему что-то не так. Непонятно, зачем мы тогда сюда пришли. Ладно, а если выше подняться? Да. Вот как это работает. Но там еще один фрагмент имеется. Ладно. Я думаю, сейчас мы все найдем. Но выше-то мне никак вроде уже не подняться. Или все-таки это возможно? Да, туда, в ту щель я не могу залезть. Ну ладно. А что вот это за врата? Я могу здесь выйти? Нет, закрыто. Как дальше-то пройти? Не хватает же части моста. Интересно, интересно. Как же его собрать? А по цепочке я не смогу пойти. Ну, конечно, нет. Что вот это вот еще такое? Что за часть некоего сооружения? Непонятно. Как мне попасть вот туда? Я пока не понимаю. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Мы сделали дверцу, отлично. Вот как тут решается задача. Такс. Еще один камушек.
Северяне говорят, что когда придет Рагнарок, богам придется встретить корабль, полный их врагов, который Локи поведет в Асгард. На корабле будут огненные великаны, чудовищный волк, который проглотит солнце, и много других ужасных существ. К ним примкнет Сурт со своим огненным мечом, будут ломаться и рушиться горы, и тролли пойдут по земле. Люди нескончаемой вереницей будут идти по дороге в Хель, а небеса разверзнутся. Так, я могу туда пролезть. Ну-ка. Закрыто. Видимо, это обратный проход. Угу. Еще одна башня и путь наверх. Давайте откроем сразу эту дверь. Погнали выше. Я думаю, оттуда мы как раз и соберем третью часть моста. Ага, еще выше можно лезть. Сейчас опять будет сражение. Я не хочу. Давайте сначала наверх сходим. Ага, вот он, последний камень. Северяне говорят, что каждый бог будет биться в Рагнарок. Один сразится с чудовищным волком и будет убит, но его сын отомстит за него и вонзит свой клинок в сердце волка. Фрейр сойдется с Суртом, но он отказался от меча во имя любви, потому он будет беззащитен. Тор схватится с мировым змеем, но победителя не будет. Солнце почернеет, земля погрузится в море, звезды упадут, огонь и вода встретятся, пары дым затянут все вокруг, а пламя поднимется до небес. И небо, и земля, весь мир сгорит, все боги погибнут, и воители из Волгалы тоже, и простые люди. Все. Сенуа, приготовься, ибо Рагнарок близок. Ну давайте, я готов сражаться. Ой, даже блок не помог. Тихо. На тебе со спины. Наваляем. Да ну нафиг, сразу два. Вы что, издеваетесь? Так не пойдет. Включаем режим читов. Ну это уже слишком, ребята. Куда так много-то сразу? Отбился. Отлично. Так, оттуда мы пришли. Угу. Так, на каком месте тут надо сосредоточиться? Это вот здесь. Все. Мост мы построили. И последний камень мы послушали. К сожалению, за всю игру я пропустил 3 штуки. Но на финал это никак не повлияет. Одна маленькая сценка будет, которую мы не послушаем. Из-за того, что я не нашел все камни. Но это, я считаю, ерунда.
Куда ни зайти. Этот камушек мы послушали. Да, видите, три штуки. К сожалению. К сожалению, где-то пропустил. Почему вот сюда я не могу пройти, интересно? Закрыты врата. Там явно за ними что-то есть. Ладно, я думаю, нам покажут в итоге, что там. Ну здрасте. Ай-яй-яй-яй-яй. Как люто. Вставай! Не, ребята, что-то это слишком много на узком мостике. Со щитовиками очень сложно. Пробьешь его так просто. Ой-ой-ой, да ну нафиг! Чё ж так жестко-то? Ладно, пора врубать режим читов и валить этих засранцев. Действительно, тут надо фокусироваться, иначе завалят явно. И тяжелыми ударами их. Закончится-то. Вы мне надоели, ребята, честное слово. Фу. Это было непросто.
Но там ворота вряд ли открылись. Ладно, погнали вперед. Мы все умрем когда-нибудь, а когда умрут все, конец придет даже богам. Мне жаль, но я не просила вас быть частью меня. Если не хотите умирать со мной, уходите. Ну что ж, друзья, давайте все-таки мы прислушаемся к голосам, остановимся на этом и закончим игру уже в следующей серии. С вами был Илья и канал «Опасная зона». Счастливо и удачи вам. Пока!